А вот так выглядит замок Шакин внутри. В этом подвале расположилась экспозиция с имитацией пыток. Экспонаты, надо сказать, довольно жуткие. И рассказывать про них... мурашки по коже. Давайте лучше пройдем в следующий зал. Я выберу самый-самый безобидный фрагмент. Это колоды. Вот, например, на этой картине можно увидеть, как девушку заковали в специальную деревянную конструкцию, и любой прохожий мог пощекотать ей пяточки, что, конечно, нестерпимо. А она, в свою очередь, никак не могла ответить, ведь руки-то скованы. А здесь колода уже в вертикальном положении оставляла человека, и его могли, например, посадить коленями на гравий, на гальку. От этого он испытывал ужасную боль, но ничего не мог поделать. А вот этого, например, человечка вообще забыли.